Анна Кравченко – дизайнерка одягу, фешн-ілюстраторка. Працює в цій сфері протягом 8 років. Своєю метою вважає пропагування виваженого ставлення до одягу та індивідуальності. Керується думкою, одяг відображає принципи людини, її відношення до самої себе і місця в суспільстві. Олександр Єрофєєв – дизайнер одягу, власник авторського ательє. В цій сфері більше 10 років. Має великий досвід в індивідуальному виготовленні одягу. Якість є основним принципом в його роботі. Так. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Така тема, яка зачіпає дійсно всіх. Ну так, да, похолодало, так? Да? Так, вже час грітися, отже, і дійсно ми не знаємо, йдемо, багато тенденцій, багато висять одягу, саме і верхнього, і такого, що ми носимо кожного дня, але знаємо, що щось десь в магазинах залишається з минулого року, і нам пропонують і в цьому, кажуть, що це все модно. Так чи ціні, давайте розбиратися. Отже, вже відгриміли, так, тижні мод у Мілані, здається, зараз вони трошки переїхали, перебазувалися до Парижу. Що пропонують дизайнери? Які кольори модні в цьому сезоні осінь? По цветам... Я так розумію, чорний модний. Чорний модний, да, в кожі, особливо, якщо. Uh-huh. Вот. Ну, в общем, по цветам довольно-таки буйство красок, і Пантон нам предлагает с такими разными интересными названиями. Обожаю вообще, это не чувство юмора невероятное. Вот. Это и серые, и голубо-серые, и охристые, коричневые заходят, mm-hmm. потому что коричневых не было. Винные все еще остаются, они были уже в прошлом сезоне, по-моему, позапрошлом тоже. Розовый, такой красный. Довольно яркий розовый, да, красный. Перец чили. Да, да, да. Я такой... уже бачу их так, и да, зараз да. пропоную рессерам. Или такой, там мне нравится красный, такой Байкин Ред называется, он типа велосипедный красный. По-нашему mm-hmm. это бордо такой, да, но вот это велосипедный красный. Зараз будем дивиться светлый. Да. Вот, так, ну, в общем, там и персиковый есть, угу. Ну, довольно-таки, пудровый, да, да, довольно постоянно. Много оттенков, в принципе, есть. Ну, не зелений, не зелений. Есть. Зелений, да, ага. зелений есть, зелений. Такой темный, глубокий. Синие такие, как бы вот каменные, серо-синие такие, вот как бы джинсовые, вот такие спокойные. Асфальтовый цвет. Да, да, да. Так, ну, розійшлись, так, дизайнери по цим кольорам? Да, да, да. Все, що є, все. Все, угу. все модно, так? Отже, а неонові кольори чи будуть доречні в цьому сезоні? Лайм. Лайм. Да, да. Угу. І в аксесуарах, і навіть в повноцінних якихось ізделіях, в принципі. Но будьте акуратні, знайте, хто одягає неон, тому що це світофор. Угу. Это светофор и к лицу тоже. И к лицу. Он съедает есть. Свет, съедает в глаза, он волосы. Он оттеняется да. к лицу, он сразу придает лицу немножко такой вот лаймовый оттенок. Да. И это правда, особенно вот белокожие люди этим страдают. Оденьте лайм, будете желтое лицо. Оденьте что-то красное, розовое, будете розовое. Да, то есть да, да. Ну вот кому зеленоватые осторожно. Вот эти моменты не идут, и у кого сам присутствует зеленый оттенок, то лучше не подчеркивать. Тут варто не дуже экспериментувати, так? Тому ну, що ну, це да, можна. Если это какая-то дискотека, то можна, звісно. В офіс лучше не ходити. Також відзначились ці тижні моди тим, що дуже багато дизайнерів пропонували також і повсякденного одягу, тому що ми звикли, що там якісь екстраординарні образи, так, що просто ти дивишся і думаєш, ну куди так піти, ну якусь вечеринку добре, а якщо на роботу чи кудись там у офіс, то взагалі страшно. То багато і пропонували в цьому сезоні щось такого повсякденного. Що б ви запропонували також із того, що от, нам дали вибрати для себе, для работы, куда-то пойти, або прогуляться. Ну и мне из всех понравилось больше всего, конечно, Виктория Бекхэм. Но единственный вот этот момент того, свитер что бабушкин. Уж больно это походит на Катю Пушкарёву, если кто-то еще помнит этот сериал, да. Вот, ну вот реально, ну вот что-то оттуда. У нее, конечно, есть и более такие женственные. Во-первых, это ну, не то, что мало кому идет. В принципе, mm-hmm. нашему южному темпераменту это в принципе не идет. Не идет. Нашим формам скучно. Это не очень идет. Вот у кого особенно пышные формы, ну одеть еще твидовый пиджак, вот эту там гусиную лапку, кажется, ну просто, не знаю, какой-то... Тоска. Да, тоска да. зеленая. Вот. Хотя, в общем-то, да, это хотя, модно. Если вы такие ультрамодные, это 70-е. Да. В общем-то, это mm-hmm. конкретные 70-е, только не те дисковая там или боха тематика, а вот повседневная... Кто сегодня выкинул свои старые речи, речи своих, да, матуси, да, бабусь, так, если моль не съела, потому что это все, как правило, натуральные, да, шерстяные вещи, они добротные, они удобные. Mm-hmm. Но вот надо быть аккуратным. И они колючие. Они очень колючие. Если они старые. Ну, ради скажем так, можно трешечки потерпеть. Если это свитер, да, то вот мягенький все. Ну, я зараз пропоную вивести, показати саме ці образи, що пропонують дизайнери вдягати на роботу. Ось.
я так розумію, за цей образ. Это, кстати, не Виктория Бекхэм, да, там вот у Виктории конкретные такие свитерки, английская клинка, да, вот. Прекрасно. Якраз у мене така спідниця. Так, є да, во-первых, вот эти вот юбки удлинённые. Хотя они женственно це смотрятся, тут правда. Правда. Одна, знаю, так а сама Виктория как прелестно в этом всем смотрится. Она же ведь перед тем, как выводить свою коллекцию, она там задолго еще там зимой начиная, вот эти вот потихонечку, вот эти свои образы сама показывает вводит, уже. Угу. Да, то есть она подготавливает своего будущего зрителя. И она в этом прекрасна. Но учитывайте, вот, что, извини, Виктория, это струнка? Струнка, маленькая. Да. А оденет девушка с большими формами, с большей грудью, это уже будет не то пальто. И эти ромбы на свитере растянутся в какие-то огромные... Да, то есть все должно быть соизмеримо каким-то своим данным. Вот, ну... Чи можете ви сказати, що все ж таки мода модою, а потрібно одягати те, що тобі подобається? І то, що йде, да. Нравиться, йде. Тому що іноді ж ми можемо немножко нам нравиться, але не зовсім нам йде. Ну, а як знайти цю золоту середину? Якщо пальцями показують, то потрібно, то це краще не носити, так? Але ти, наприклад, в цьому почуваєшся дуже комфортно. Ну тогда надо обратиться за помощью к специалисту, они найдут эту серединку между вашим и... Да, да, тем, все равно вот этот вот комфорт, какая-то. Как вот хорошо тебе в этом, это очень большое значение, да, тебе чуть-чуть надо просто... Просто вот кто-то найти, подкорректирует, да. То есть границу. У нас очень много специалистов в этой области, которые помогут. А, також бачила декілька образів саме із великими плечима. Для мене це, звісно, таке, як і табу, я не знаю, як таке можна вгадати, але зараз пропоную вивести також варіант. Да. Як ви ставитесь до такого тренду это зараз? Це ужасно. Так. Это просто ужасно. Ну, или интересно, опять же. Ну, потому что, как бы, вот во всей этой скукотище все-таки какие-то вот такие элементы. Ну, они опять же, да. Колер, так, неприметный. Она все же таки с чему-то да, да, вот что-то вот такое, это же акцент. Ну, опять-таки, вообще вариант. Это акцент, это вот... Было бы оно интересно, ну, хотя, конечно... Ну, если бы это было уместно еще где-то, да, конечно. Ну, оно, конечно, неуместно. Это мы не в маршрутку сели, поехали на работу. Раз в два місяці зайняло, лише спасибо. Крилья такі, ангела. Ну, опять же, это человек, я не знаю, там, какого-то... Какого размера? Вам малюсенького? Да, опять-таки, если у вас свои плечи хорошие, куда вам еще на чемпионат по плаванию в этом всем? Тобто людині, жінці, у якої широкі плечі, просто краще до такого взагалі. Безусловно, если, например, есть фигура, у нее узкие плечи и широкие бедра, да, тогда можно сбалансировать вещи, сделав акцент на плечах. Ну, опять же, не вводим на вариант. И узкие плечи, и узкие стегна, то выходит взагалі краще не підкреслювати. Выйдет еще какой-то Геракл такой. Это будет специально заданный силуэт трапеции, которая перевернута. То есть, если вы к этому силуэту стремитесь и хотите так ходить, то почему нет? Но мы не пропагандируем. Да, но он очень, он не женственный, он никакой, ну то есть... Если вы хотите быть похожи на мальчика, то да, это ваш вариант. Навіть якщо тут будуть мальчики-регбісти. Так, отже, наступні тренди. Саме клітинка, каже, що взагалі це бум просто в цьому сезоні. Так, я вже бачу реакцію. Багато сезонів вже. Так, от зараз просто от це красне буфало. Буфало, так. Рубашки американські. В цьому сезоні буду одна з наймодніших. І рубашки такі, і спідниці такі, все. Ну так, як правило, ми такі дома носили, да, там, или как-то рубашка лесоруба, ну, так, она называется. Ковтинку треба лише дома носити. Так? Все, теперь выводим это все. Тобто клітинка в цьому сезоні все ж залишилась минулого, так, і да, можна і... Да, всіх треба. Варіантах, в любих. Так, отже, зараз переглядаємо, я показую ще, от, як і з чим носити. Це Валя плед. Взагалі, я думаю, такий варіант взагалі класно на роботі. От прохолодно накинули себе. І модника. Наше, то очень хорошо. І тепла осінь, коли у нас в парку где-то, ну, по-моєму, прекрасно. Як щодо от саме пальто, яке обрати, можливо, якого варіанту там крою, довжини, тому що це завжди проблема, не знаєш, що взяти, вибрати. Я от, наприклад, думаю, чи буде моє модне в цьому сезоні те, що я купила минулого. В этом году нам заказывают в основном это широкие большие пальто в лапку, кашемировые однотонные, рукавчик реглан, какая-то ластовица, ну то есть... Очень модные, с очень модные, кейпами. Да.
когда, ну, вот такая как пелеринка такая. Еще. Угу. Ну да, только она получается стационарная, она не накидывается сверху. И еще она может быть разных цветов, то есть само пальто одного цвета, кейп другого это сверху. Угу. Тобто експериментуєш. Да, но опять же, это то, что увеличивает человека. Если это кто-то худенький, и вот это, оно же оверсайзное, оно такое запашное, довольно-таки длинное. Такое немножко, как оно, английская эта мода, вот, это хорошо, но, опять же, вот, людям с пышными формами, ну, лучше этим не экспериментировать. Краще щось приталене, так, щоб трошки якось виділяти. Да, приталене, як часто взагалі мода змінюється? Можливо, варто от пальто, наприклад, те ж саме просто відкласти, а потім через років 10 його дістати. Та по большому счету, смотрите, в прошлом году були там 80-ті, там позапрошлом 90-ті, потім 80-ті, зараз ми к 70-м спустились. Вот так вот, вот эти вот витки, они все время повторяются. Скоро будем но сейчас в пышных платьях. Но настолько сейчас... Нет, не будем. Не будем. Сейчас настолько быстро... Экономика кризиса, это слишком затратно. И вот это вот дорого. Время... Мы будем все раздеваться. Все больше и больше. И все будет универсально. Вот даже Виктория Бекхэм говорит, у нее есть... линия, которая как бы в офис, и есть линия, которая как бы потом вечером выгулять это. Но опять же, она настолько как бы одна в другую входит, для того, чтобы человеку не надо было идти переодеваться, а для того, чтобы он сразу же мог бы и в мир. Ну, потому что слишком быстрый у нас, да, образ жизни, и он диктует. То есть вот эти платья кринолины, и только если изменится вот темп. Только, только так. І дуже також в цьому сезоні показали багато шкіри, так що вона зараз дуже актуальна. От зараз також попрошу вивести на екрани такий комбінезон. Платі, комбінезони, жакети. Сама форма плащі. Комбінезону, кстати, дуже модна зараз. Тобто ми дівчата побачили, запам'ятовуйте. Всьому, да, в спорті, вот в кожі. Я, кстати, так искала, посмотреть, это все-таки натуральная кожа, там вот Greenpeace как-то за них взялся уже, их прижучил или нет. И я вот я не поняла, вот честно говоря, вот это вот они нашили все из зверушек или нет. Так, я искала, я конечно, что это эко-кожа. Отже, знаємо тепер головні тенденції. Тобто клітинку ще можна, якийсь оверсайз пальто, але якщо вам дозволяє в цьому фігура, великі об'ємні плечі, ось ці піджаки, блузи, краще від них відмовитись. А якщо не хочете бути схожим на кого? На регбістів. Отже, так, по спідничкам, по сукням все ж також залишається ще ніжність, так, в цьому сезоні. Але Але і також комфорт, в цьому ніхто не відмовляється від цього, тому що варто встигати все, так, в цьому робити. Дякую вам за такі практичні поради. Думаю, тепер легше буде вибирати якийсь одяг, собі зараз утеплятися, і не варто боятися, що це буде не модно. Раптом що, відкладайте, скоро воно знову повернеться. Олена Кравченко та Олександр Єрофєєв, дизайнери, були сьогодні у нас в гостях.